поздравления команды Донецка. Я считаю, что они провели очень хорошую финальную серию. Вот. Мы боролись сегодня, настраивались на игру, как бы мы не хотели отдавать серию. Вот, хотели еще поехать на пятую игру в Донецк, как минимум. Провели очень солидную первую половину, но во второй, как бы, физически мы, по-моему, подсели очень сильно, как бы у нас не хватило сил, просто желание было, но, по-моему, сил не было. Очень жаль, как бы, поздравления команде Донецка. Скажите, пожалуйста, какую установку в перерыве тренера вы не выполнили, чтобы получилась провальная такая вторая половина? Ну, в первую очередь, как бы, мы перестали играть в защите. Не то, что мы не выполнили, как бы, мы пытались выполнять, просто мы... Тренер нам сказал играть, продолжать играть точно так же агрессивно, стараться, и, как мы играли, личная зона. Вот, но у нас не получилось это. Они постепенно нас догоняли. Как бы у нас в первую очередь защите, естественно. У нас не хватило сил защиты. То, что в первой половине не забили нам 30 очков всего, как бы. От этого был результат. Во второй мы пропустили много, и они нас догнали. Вам не привыкать быть серебряным призером. Скажите, это обидно? Ну, а как вы думаете, это обидно или нет? Проиграть в финале. Ну да, я считаю, что как бы вопрос не очень корректный. Естественно, что это обидно. Артур, вы останетесь на следующий год в Украине? Сейчас ничего не могу сказать. Как бы. У меня как бы есть опция с Азамашем. Я могу уехать, они могут как бы разорвать со мной контракт уже. В общем, в обе стороны. Поэтому пока я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, вам все равно желаем завоевать золото в Украине. Спасибо Азамаш. Большое. Спасибо. 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 So first of all, congratulations for winning championship to Donetsk. They look solid team and they play really hard all four games, all playoff race. В первую очередь я хотел бы поздравить команду Донецка с тем, что они заняли первое место. Они играли как единая команда в течение всей серии плей-офф. Играли слаженно. About the game, we came out with a good energy. We tried to play aggressive game and was a kind of intense defense, intense game first two quarter. And then in the second half, the energy, the emotions went down. So we struggled against their toughness, and they come out playing really better and sharing the ball better. And then at the end we looked tired, and then we lost some balls. We didn't take a good decision in the crucial moments of the game, and that's why we lost. Что касается игры, мы вышли на нее с хорошим настроем, на победу. Мы играли агрессивно первые две четверти, как вы сами видели. Во второй половине наш настрой уменьшился. Что касается Донецка, они играли хорошо, как единая команда. Они делились мячом, чего нельзя сказать о нас. Это стало целью нашего проигрыша, результатом нашего проигрыша. Вопрос. Господин Беги, какие уроки вы вынесли из своего первого сезона в Украине? Хотелось бы узнать. What lessons did you learn from the first season in Ukraine? A Ukrainian league is very tough league. A lot of teams with a good chemistry, with the good players. Anybody can beat anybody. I think it was a good second part of the season for us. We were not in a good mood, in a good shape, and then we changed the way to play. We play the completely different game, and then I think we deserve to play the final, and we fight until the end. So this is an important experience for everybody. Of course, everybody wants to win.
But we have to realize, we have to accept that, you know, in a best of seven, usually the team that is better win. So that's it. Украинская лига довольно тяжелая, сильная, немного хороших команд с хорошим составом игроков, с хорошим настроем на победу. Что касается второй половины сезона, мы не были в хорошей форме, не были в хорошем настроении, с настроем на победу. Но я думаю, что мы были достойны играть в финале. Еще вопрос есть? У вас, по-моему, контракт с Азовмашем долгосрочный. Вы уже строите планы на следующий сезон? You have a long-term contract with Azovmash. Do you have any plans for further season? You know, usually when you play, you are focused on the present. We on the final, so we didn't have any conversation for the future. So it's a kind of you know, things that are gonna happen soon. But now, you know, we just finished the final, so it was not the time to work on that. Мы только закончили сезон, вы знаете, когда играете, вы должны быть сфокусированы на настоящем, на том, что вы должны предоставить в этой игре. У нас еще не было никаких разговоров о предстоящем сезоне. Еще вопросы? Thank you. Okay, have a good night. Well, first of all, just want to thank God for the opportunity and, of course, to be able to play this game, especially with the players that I played with all season. I mean, these guys really deserve it, every last one of us. You know, we work hard from day one up until now, you know, from the coaching staff to the staff in the office to the players. Working every day has been nothing but hard work all season. It's my first time having such a season like that, where you have pretty much everyone working hard, working on one accord, which is really good to see. It's a great experience again for me, and I couldn't see anything else other than this, you know, to finish like this at the end. Wait a second. Oh, I'm sorry. No, I'm sorry. No, you got to translate. He could repeat this. No chance. I'm sorry. It's a lie. I'm sorry. I'm sorry. Хочу поблагодарить Господа за то, что он позволил мне вот подойти к этой игре и принять участие в этой игре. Думаю, вся наша команда, игроки, тренерский штаб, своей работой в течение сезона заслужили этот титул, это чемпионство. Поверьте, с первого дня мы работали очень-очень тяжело. И, наверное, в моей карьере еще не было настолько насыщенного и тяжелого сезона. И игры, и тяжелые насыщенные тренировки. Но, опять-таки, повторюсь, я думаю, что именно вот своей работой в течение всех этих 10 месяцев мы заслужили сегодняшний успех. Это успех и тренерского штаба, и игроков, и персонала, офиса команды, и клуба в целом. Каково чувствует себя MVP? How is it to feel like MVP? Not for the first time. No, it's not the first time, but I mean, of course, it feels good. Better than last year. Also, you were MVP. Yeah, I was MVP last year. I was also MVP at the VTB last year. Won a card. That was pretty good. But this is much better, I have to say, because never have I been on a team to play and work as hard as we did all season long. So the players deserve it as well as I do, as much as I do, for sure. Знаете, в прошлом году меня признали MVP Суперлиги, признали MVP Единой Лиги, ВТБ даже подарили довольно хорошую машину, но все равно вот этот титул гораздо дороже.
потому что, еще раз хочу сказать, так тяжело я никогда не работал в своей карьере. Но вместе с тем хочу сказать, что титул MVP я должен разделить со всеми своими партнерами по команде, потому что они работали не меньше меня, и мы все заслужили этот общий успех. Thank you. Yes. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Yes. But in Russian. I'm sorry. I'm sorry. Была ли дополнительная какая-то мотивация получить все лишние награды на паркете, которые еще в прошлом году были родными? Did you have any extra motivation because you could get the title and personal achievements on the court, on the home arena of the team where you used to play last 2 years? No, not really. A win is a win, doesn't matter where it is. Championship is a championship, no matter where it is. For some people, it might feel, you know, good to do that, but not for me, it just doesn't matter. I'm just glad we won. Ну, для меня это не являлось каким-то дополнительным стимулом. Титул и так хорошая мотивация для того, чтобы работать, стремиться, идти к этому. И то, что это произошло на паркете Азамаша, для меня не являлось каким-то или раздражителем, или дополнительным фактором. Да, фактором. Да, есть люди, которым хочется как-то доказать свою состоятельность или что-то своим бывшим командам, но я не такой. Thank you. Ты можешь по-русски уже? Да. I almost forget, you know, the feeling being champion. 5 years ago was last time. Я почти забыл, как это быть чемпионом последний раз 5 лет назад. Я испытал это. No, I did a lot, you know, like I won a lot in my career, but you know, like people says, you know, when you win the next one, this one is even, you know, much stronger than the last one. Знаете, я в своей карьере много всего выиграл и как игрок, и как тренер, но все говорят, что каждый новый титул, он для тебя самый ценный. I think it's really deserved. Я думаю, что from each guy. Я думаю, что он полностью его полностью заслуживал каждый из наших ребят. I would like, first at all, to thank, Сергей Дедечко. В первую очередь я хочу поблагодарить Сергея Владимировича Дедечко, who brought me here. Who gave me full support? Stand behind me from the first day. Кто дал мне полную поддержку и стоял за моей спиной с первого дня и до сегодняшнего титула. And you know, like even though I'm not in a good position now, I know that like he's very happy, and proud from the job we did this season. Я думаю, что сейчас он может гордиться, он может в полной мере насладиться этим чемпионством, этим титулом и полностью гордиться проделанной работой, которую проделал и он в том числе. 2 years ago I took over the team and we start from zero. 2 года назад я приехал сюда и мы начали с нуля. Both years, we did a good job creating the system. Оба сезона мы проделали хорошую работу в плане создание системы. And exactly what Mel says, we work hard every day. И Ромео сказал,